Hey yo guys, с вами Шимити, и мы продолжаем проходить игрушку под названием Borderlands. В прошлой серии мы с вами убили Девятипалова, и нас ТК Баха отправила сюда снова в лощину скагов убить кого-то. Щенок скаг 6 уровня, хера себе. Убить кого-то. И мы нашли записи, как раз у нас много здесь заданий, и будем, наверное, здесь мы с вами всю эту серию. Так, ну мы убиваем их почти с... Ай, рот зря открыл. Кусачая псина. Ля, ты шо, малой? Уровень, хорошо. Так, я снова могу что-то себе прокачать, и я себе прокачаю. Так ну, в принципе, 6% это очень хорошо. Продолжительность режим берсерка. Либо урон, либо продолжительность. Урон. Так, куда мне хотя бы идти? Угу, на обход, как я тогда и говорил. Не нападайте. Окей. Это хорошо, то, что они на меня не напали. Главное, чтобы сейчас и в спину не напали. Так, патроны у меня хотя бы здесь есть, есть все. Мне нужно будет грины чекнуть. Хорошо, буду знать то, что стрельба в рот вас останавливает. Да, прокачал пекаль и патронов, ну. Серьезно, черт. Зараза. Зря ульту просрал. А минуту я не хочу стоять. Ой-ой. А я вас понял. Нахер, нахер. Супер снайпер здесь. Так. Перезарядка. Я даже не прочел, кто это был или. Стоп, я хоть туда залез. Да, я сюда залез, правильно. Менюзиха. Менюзиха, это хорошо. А ну прочь пошел. Пошел вон. Может, я теперь их убиваю с одного удара в рукопашку. Нужно будет посмотреть. Так, патроны, патроны собираем. Лови гранату. Оу. Кликеры, кликеры. Я играл много. Чё ты убегаешь, псина? Убивать. Раунд. Еще. Так, я получил опыт за что-то.
Ну-ка, нужно будет чекнуть. Может, тут еще что-то есть? Я просто не заметил в игре. О! Что же, что же, что же? Так еще косарь чего-то получил опыта за что-то. Так, что у меня по инвентарю? Еще 5 мест свободных, хорошо. Так, чтоб я не тупанул, хорошо. Мне туда идти. Так и баха туда же. И это. Ну тогда будет получиться, окей. Почему они здесь? Хорошо. И да, непонятно, за что мне дают опыт. Вообще непонятно. А, тут еще есть разделы. 12 дней Пандоры. Так. Убить дробовиком. Ага, хорошо. Убить штурмовой винтовкой. Угу. Убить пистолет пулеметом. Короче, убить всеми видами оружия, я понял. Хорошо. Убить 50 людей. Еще нужно 6. Сделаю. Ну ладно, это слишком долго читать. Видеозапись это... Я понял, да. Это то, что, о чем я и подумал. Ну так, мне нужно вниз. Я жив. Ну и муху туда. Что по карте? Не могу, окей. Я вообще сейчас за зоной нахожусь. Скоги. Ля-ля-ля. Автонаводкой. Наводкой они. Пистота! Хорошо, у нас новый вид тварин. А именно плюющие. Хорошо. Если вы слышите то, что я вот это кликаю постоянно, это получается просто активирую, чтобы быстро подобрать, чтобы не тратить время. Угу. Бля, тебя что, не убило? Да чё ты такой этот? Автонаводчик, ё-моё. А, я понял. Мы берем оружие сами в руки, хорошо. Так, при удержании. Буду знать. Буду знать, буду знать. Мне нужен пистолет. Пистолет взят, хорошо. Снайпер... А, на снайперку все. Патроны фулл. Рак, рак, рак. Куда вы полетели? Давайте напад... Ага, все, они на меня теперь летят. Я не хочу на них снайперку тратить. Лучше на скаков потратить. Это как мини-дракончики, что ли? Да, типа дракончиков. Мусорщик. Мусорщик. Вот мусорщик какой-то мусорный слишком. Пом-п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 ом. Занос коплю. Не, не попал, ладно. Доели. И что, мне ничего не дали за тебя? И что это? Ё-ма-ё. Я узнал, кто такой Шрам.
Шрам, шрам, шрам. Тихо. Я понимаю, ты очень хороший песик, без лапки, да? Но я придумал тактику против тебя, и это просто хожу по кругу. А чё это? Мы убежали. Возвращайся, возвращайся. Ты что, думал, я тебя... просто так отпущу, что ли? Не-не-не. Лю-лю-лю-лю-лю. Ты что, бычара? Бум. В прыжке, давай. О. Ля, в рукопашную хочешь? Не. Да, понял. Ох, денег много выпало. А, но оружия все равно никакого не выпало. О, зато нога выпала того. Такие. Его зовут такие, окей, такие. Такие, такие. Нихера не понимаю, что он говорит, бля. Please speak English. О! Фу! В смысле? Не стреляет оно. Гляньте на него. Мне кажется, вот эти ядовитые для меня больше угрозы представляют, чем обычные. Изи попадание, изи убийство. Ча. Нихера, хорошо. Не, ну шрам, я думал, его хотя бы как-то представят. Ладно. Найду в инете картинку и вставлю ее на Артик. Чё, пацаны, аниме? Да, у них автоноводка с этими харчами. Убивать! Убивать! Да, ебало. Убивать! Мясо! Хедшот, блин. Ладно, в мусорке полазю пока что. Так, хорошо, вижу, где могу плутать хорошенько. Так, у меня новый уровень, нужно прокачать будет урон с руки, наверное. Неплохо было бы. Так, я выполнил уже две миссии, а именно запиской и с ногой челика этого, да? Да. Так, теперь вот это нужно выполнить. Отлично. Пистолет. АВП. Три патрона тоже. Повреждение 70 и точность хорошая. Смысле, чем она лучше? Я либо чего-то не догоняю. Ага, у меня еще два пулемета есть. Пусть не полностью идентично, даже у этой, которая сейчас у меня, да, которая сейчас у меня, лучше на 9 урона. Ну то вот моя лучше. Без вопросов, моя лучше. Так, и мне теперь прокачать, прокачать, прокачать способности. Так, чтобы мне вкачать. Продолжительность ульты, в принципе, урон с руки. Урон это для боссов можно. Ладно, продолжительность на раз скачаю. Меня он не сразу стреляет, вот это мне бесит. Нужно будет мышку почистить. А, значит ты не можешь, да, так попасть? Зараза. Окей, буду знать. Что такое, что такое, что такое?
Тихо. Тихо. Че? Вот так. А теперь долгая прогулка будет у меня по этому злосчастному месту. Ты кто еще? Ля-ля-ля-ля. Да не, вот это уже пошли что-то... Какие-то они сложноватые. 9 уровня. Ну, в принципе, здесь же враги самого... Сами по себе. Должны быть 10. То, с одной стороны, удивительно, но все же. Одна тычка по мне, минус вся броня. Very nice. Пошел в сраку! Ля, ты чё? Ага, он, они придут туда, куда я иду, окей. Оп. Повезло, хорошо. Ду-ду. Да-да-да-да. Огненное оружие. Высокая эффективность против незащищенных участков тела. Шанс поджога врагов. Мне кажется, время менять пистолет. На-на-на-на-на-на-на. Вот этот. А ну-ка. Сравнить. Можно сравнить сразу то, что у меня одето. Ну, этого точность лучше. А такой этого тоже есть оптический прицел? А я не знал. Так, тихо. А ну-ка. Да, с этим прицелом только целится в голову. А ну-ка. А! Точно херовая. Тихо. По-моему, я нашел против них хорошее оружие. И он просто сгорает. Да, идеальное оружие пока что для меня. Именно в этой месте. Хотя, блин, ну... Я не понимаю, почему мне мышка еще не стреляет, когда я хочу. И ночь, да-да, сейчас бы ночью играть. Сколько же вас тут? Давай, беги. Точность ноль. Поджог есть. Все, ты труп. Подбираю, значит, перезаряжаюсь. Не буду тратить патроны на этого ублюдка. Фу, я больше, походу, 30 минут потрачу на эту локацию гребаную. Но я делаю так, как могу быстро. Прокачусь. Будем стрелять в рот. Давай, открой его. Почувствуй нашу любовь. Ой, зря ты открываешь, чел. Давай еще раз. С одной стороны, ладно, их можно убивать издалека. Открой пасть. На. Так, еще один. Открой пасть. Пасть, пасть, пасть. А ты откроешь? Ладно, не надо. Ну, поехали.
все. Они просто сгорают. Все особенно. Давай, ты хочешь мне что-то сказать? Псина, иди ко мне. Так. Патроны, патроны. Фу, я пропустил, окей. Чуть не сделал глобальную ошибку. Сейчас сделаем все по-быстрому и красиво. Бум. Бум. Сгорело. В рукопашку, в рукопашку, в рукопашку. Не, не. Нет. Быстрее, быстрее, быстрее. Беги, 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 беги. Уходи. Все, смысла нету. Нужно переставить будет в управлении клавишу активации. Так, ладно. Пекаль, поехали. Ран. Так, здесь псина не влазит. И чё? И чё? Что дальше? Ну, допустим. Ну и ты сгораешь. Потому что там третьего уровня. Ля! Не сгорел, окей. Так, ульта КД пропала, окей. Так, там сундук был, я не заметил. А, да! А, я понял. Чуть, чуть. Он должен быстро бить. Как я нажимаю от... задержкой. Он задержкой это все делает. Так, те. Должен. Быстро все должно быть красиво. В смысле? Мусор. Выбросить. Все, что меньше 50, буду выбрасывать тогда уже. Так, ладно, бежим. Тогда быстро потом сбегаю, задам все задания. И все, можно тогда будет заканчивать. Так, подобрал. Вы хотите на ринге с вами же подраться? Все? Или еще? Убивать. Так, деньги, деньги, деньги. Наверное, вы тоже заметили, да? Типа здесь есть автонаводка. Ну, типа по противнику она вот так ведется. Сейчас, если врага найду, покажу, может быть. А ну-ка, смотрите. Ну, такая помощь. Наблюдается помощь, если честно.
Давайте вылазь быстрее, пока у меня ульта есть. Пол ульты осталось. Выходи со своего дома. Я серьезно? Окей. Миссия выполнена. Время идти домой. Так, перезарядиться. Пока деньги пособираю. Щиты. Так, меньше 50. Пистолет выбросить. Так, сколько ты стоишь? Этот на будущее. И еще один нужно выбросить. Так, сколько ты стоишь? 35, значит, я сейчас заменю тебя на другой. Да, 58, здесь 69. Так, выброшу его. Выбросить. Так, и пистолет за 75 возьму. Окей. Теперь просто раннером я добегу по-быстрому и все. Так же, как и у вас, врагов есть уровень. Наведите прицелом для того, чтобы увидеть уровень врага. Мы это читали. Так, хилка. На, я, короче, думаю, я продолжу, когда добегу уже хотя бы до туда. Хотя ладно, побежали вместе. Если закончу, так заканчивать вместе. Ну и вкачаю я, скорее всего, урон. Бля, как же это долго все происходит. Бесплодные земли. Давай, грузись. Нажмите В, чтобы нанести ближний удар, я знаю. Так. Почему потерял? О, все, кадры вернулись. Так, сначала бегу к тому, к Теду. Его не Тед зовут. Ну, короче, к тому мужику бегу сначала. Сдаю все задания по-быстрому. Бегу на наш спаун. И сдам там два задания у доски. Да. И, по сути, мне должны дать новый уровень. Ты ведь не скак, правда? Нет? Тебе повезло. Я стреляю только в скак. Скаги. Мне выбрасывать придется вещи. Выброс вещей пошел, окей. 70, 51 выбросить. Пистолета выбросить. Спасибо. Некоторые вещи очень сложно сделать, если у тебя нет глаз. Ух, поехали. О, да, я опнулся. Снуперка. Сравнить. А моя все равно лучше. Why you have didn't? Окей. А ну-ка чекну хотя бы. Здесь хоть прицел получше. Но все равно же. И дробаш. Это вот это, которое. Или этот мне дали. Волны такие. Ладно. Плевать. Снайперка 70. Где моя, которая была на 79? Вот она. Так, пистолет тут пускай стоит. 40. Сколько я вышкинул? 40-51. Так, выбросить. Подобрать все. Ладно, до встречи. Давай, пока. Mm,
Окей. Но я все равно на сдачу бегу, поэтому мне все равно. И скорее всего в следующей же серии мы безбашенного, или как его там звали, этого челика, который меня чуть с одного попадания не бил, попытаемся прикончить. Да. У нас уже новое задание. А ну-ка. Нет, ты еще не нашел хранилище, железяк. И знаете, кому доверять? Довериться всегда можно оружию. Да, оружие можно довериться, но не всегда. Так, ладно, поехали. Здесь идет у нас дробаш, да? 38, а этот... Ага, это у нас автомат. 12 патроны! Нахер надо. На снижение отдачи. Критический, хорошо. Повреждение, оптический прицел. 13-5. Вот это вот можно продать. И снайперку. Узиха и дробаш. А, это два дробаша. Ну ладно, пока я докачаюсь до этого 13-го. Уже время не пройдет. Почему они здесь? Новый уровень. Yes. Так. 69. А зачем ты мне? А зачем ты мне? Ведь у меня есть вот это теперь. Увеличивает здоровье на 30%. Невероятная защита от огня, но... А теперь у меня есть план насчет прокачки. Я теперь же могу этот вкачиваться в хпшку. И у меня будет в процентах. 30%. То есть это если 10, то плюс 3 хп дается, окей. Или не надо. Даже не знаю. Ну, максимум здоровья 12%. Здесь только 8 емкость. Дать еще. Убивать. 300. Ну, ладно, хорошо. Сойдет. Так ты задание мне даешь? Что-то нужно. Трупец. Давай, пропадай, пропадай. Заканчиваю уже летом. Я комплименты редко раздаю. На, значит, у тебя нет задания, окей. Но у тебя все просто отлично. Ладно, все. Что, железяк, давай, короче, прощаться, да? Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем удачи, друзья. До новых встреч. Пока.